Компания Винивисьон представляет. Женщина Лоренцо. В предыдущей серии просто нарасти капитал, и у нее не будет денег, чтобы обеспечить свою долю. И она останется ни с чем, Джакомо. Но где я найду партнера, который внесет столько денег, Лоренцо? Эти деньги дам тебе я. Может, из-за того, что случилось, ты забыл, что мне сейчас тоже очень непросто. Да, действительно, прости. Ладно, выпьем за тех, кто страдает без всякой вины. Сильвия, что ты здесь делаешь? Думал сбежать от меня. Гильермо Перес, Адриана Лувьер, Каролина Техера, Андреа Монтенегро, Эдуардо Сести, Камуччо Негрете, Хосе Луис Руис, Лесли Стюарт, Хавьер Пиментель в сериале «Женщина Лоренцо», 43-я серия. Cae como un manantial Solo por ti Amor de mi alma La luna que Оператор Педро Бергна Валенсия Adormece en calma Solo por ti Amor de mis sueños La unión de la esperanza Y de todos mis deseos Авторы сценария Пабло Васкес, Энрике Монкло, Алехандро Родригес. Режиссеры Луис Бариус, Тонио Вега, Хорхе Тапиа. Брось, Сильвия, не глупи. А ты молчи, я с Алексом говорю. Сильвия, давай поговорим в другом месте. Да что тут говорить? Что тут говорить? Все уже сказано. Или ты не понимаешь, Сильвия? Не понимаешь то, что очевидно? Я-то понимаю, разумеется. Понимаю. И я хочу, пожалуйста, чтобы между нами никакой ненависти и обид. Ненависти нет. Просто я вас глубоко презираю. Мне больно, что на свете есть такие люди. Сильвия, не плюй в колодец. Кто угодно может влюбиться в несвободного человека. Или ты... Нет? Какая же ты дрянь, Лаурита. Все, хватит. Сама ты дрянь. Хватит, Лаурита. Сильвия, давай поговорим в другом месте. А ты? А тебя? En mi vida. И видеть тебя больше не хочу. Сильвия. Алекс, оставь ее. Пусти, я с ней поговорю. Оставь ее. Не уходи, Алекс. Алекс. Куда ты? Куда? Не надо было ей приходить. Алекс должен с ней объясниться. Они долго были вместе. Да, она должна мне спасибо сказать, ведь Алекс с ней просто играл. Судя по его лицу, это не совсем так. Сильвия, подожди. Пусти. Сильвия, нам надо поговорить. Не хочу с тобой говорить. Ради бога, выслушай меня. Я прекрасно понимаю, что ты не хочешь меня слушать, но я никогда тебе не врал. Это правда, поверь. Как тебе верить? Алекс, как тебе верить? Ты хотел, чтобы я влюбилась в Лоренцо, а ты бы остался с Лауритой. Нет, ради бога, не говори так. Я не хотел этого. Я хотел совсем другого, пойми. Хоть и не говорил тебе, понимаешь? Я хотел лишь одного, чтобы мы поженились, завели детей. А это все тщеславие. Оно снедало меня. Прости, милая. Никогда. Никогда больше меня так не называй. Даже и не проси. И не заикайся об этом. Ведь ты моя единственная любовь.
Теперь я понимаю, что не могу рассчитывать на прощение и не заслуживаю его. Но я люблю тебя. А знаешь, что больнее всего? Что они творили это прямо у меня под носом. И Лаура постоянно приглашала Алекса и Сильвию куда угодно. Да, они даже были у меня в ресторане. Ну, тогда-то я и начала подозревать. А что именно ты заметила? Лоренцо, прошу тебя, какой теперь смысл об этом говорить? Не знаю, зачем ты спрашиваешь, ведь это уже в прошлом. А тебе надо думать о будущем. Нет, Исабелла, пожалуйста, скажи, что ты заметила? То, что видят только женщины, Лоренцо. То, как они говорили, как смотрели друг на друга, не знаю. Какая-то близость, непринужденность. Вот я и задумалась, чего бы это. А я был просто слеп, ничего не подозревал. Не кори себя, Лоренцо, она была твоей женой, и ты ей просто доверял. Нет, об этом забудь. Нет больше никакого доверия. Знаешь, раз Лаура так мне изменяла, значит, она никогда не уважала меня и не любила. Думаешь, никогда не любила? Даже и не знаю. Теперь я уже ни в чем не уверен. Лоренцо, прости меня. Зря я это спросила. Мне так трудно поверить, что влюбленная женщина способна на такое. Не знаю, похоже, она действительно никогда тебя не любила. Если честно, меня это не волнует. Лаура заплатит мне за все. А Алекс? Этот подонок уже получил свое. Плевать мне на него. А Лауру я ненавижу. Ненавижу. Поразительно, как иной раз любовь переходит в ненависть. В какие-то доли секунды. И ты ее накажешь? Глазами водишь, мол, верховодишь. Мозги паришь, каши с тобой не сваришь. Я тебе не кухарка, а дама. Мне с тобой ни жарко, ни холодно. А ты просто бедолага. Сделай его, Мими! Титус, если пришел слушать музыку, тогда проваливай. А что, вход все-таки свободный? Проваливай, дурень. Сегодня я бросаю вызов Мими. Да, или вам слабо? Ладно, Титус, ты победил. Уходи. Жаль, а я-то хотел поспорить на свое стерео. Не занимает? Ладно, сделаем так. Если выиграю, я заберу твое стерео, а если ты, заберешь гитару Тони. Ты что? Ну, ухажер, не веришь в свою крошку? Дурацкая лотерея. Монета, орел или решка? Решка, сначала дамы. Пусть начинает эта дама. Решка, начинай. Мне везет, я тебя сделаю. Как страшно. Олимп называется милое место. Свинарники лепят из этого теста. А Сильвия далеко не безразлична. Все то, что было, она так любила Алекса. Лоренцо, нельзя же сравнивать отношения влюбленных с таким долгим браком, как у тебя. Да, но все-таки она такая ранимая, и я с трудом решился сообщить ей эту новость. Потому что ты джентльмен, всегда думаешь не о себе, а о других. Боже, боже, хотел бы я знать, что я такого сделал, что Лаура так низко мне изменила. Ничего, Лоренцо, ничего. Наоборот, ты всегда был верным, заботливым мужем. Да, но получается, что этого было мало. Лоренцо, не кори себя за неверность Лауриты. Во всем виновата только она. По-моему, если она тебя не любила, так и надо было тебе сказать. А она вот что выкинула. Этому просто нет прощения.
Знаешь, я и не подозревал, что мне будет так больно. Ощущение такое, что по мне проехал грузовик. А ты ей так доверял, да? Да. Слепо, Исабелла, слепо. Я никогда и не думал, что... что со мной такое будет. Похлопаем Титусу. Браво. Хватит. Похлопаем Мими. Браво, браво. Достаточно. Я хотел, чтобы выиграла Мими, но вы определили, что у них ничья. Приятель, уши надо мыть. Мне хлопали громче. Да ладно тебе, Титус. Все, все, хватит. Давай сюда гитару, Тони. Ладно, не скули. Сейчас мы устроим тайбрейк. Как это? Итак, Мими и Титус будут по очереди говорить по одной фразе, подхватывая самое последнее слово. Я готова, начнем. Победил я, не она победила. Никогда Мими с рэпом дружбы не водила. Водила и вожу, а ты хорош, пальцы веером. Не видать тебе, как своих ушей, своего стерео. Молодец, Мими, молодец. Веером не складно и не ладно. Пару уроков тебе я дам. Урок первый, ничего ты не знаешь. Вон, вон. Титус побит, победила Мими. Мими, Мими. Она меня подставила, я отвлекся. Послушай, Титус, все честно, успокойся. Пари есть пари. А ты кто такой? Я вижу, без своих дружков ты как без рук. Отдай Мими ее выигрыш, ты понял? Я все понял, ты тоже встречаешься с Мими, так? Да, Мими, ты не теряешься. Убирайся, дурень, вместе со своими подручными. Хватит, хватит. Хватит. В чем дело? Хватит! Мне что, вызвать полицию и всех забрать? Не понимаю. Не понимаю, не понимаю. Почему так долго? Успокойся. Он должен многое ей объяснить. Что? Что именно? Так долго, чтобы сказать, что не любит ее и к ней не вернется? На это надо столько времени? Ты бы лучше не об Алексе думала, а о своем материальном положении. Ты должен помешать. Ты должен расстроить планы Лоренцо. И потерять бутик? Я тебе друг, но я не чокнутый. Без магазина не прожить. И это единственный способ помогать тебе. Хотела бы я знать, что сейчас делает Исабелла. Вероятно, убивается за Лоренцо. Хочет воспользоваться тем, что он удручен. Но ведь она уже была у меня в руках. Ну, наконец-то. Я думала, ты решила остаться с ней. Что случилось? Сильвия уехала. А я гулял. Надо было подумать. Что ты ей сказал? Что ты ей сказал? Говори, Алекс. Правду. То есть... что не люблю ее. Что люблю тебя, Лаурита. Останешься со мной на ночь? Нет, подожди. Я понимаю, вам не сладко, но не забывай об уговоре. Здесь место только тебе, но не Алексу. Пожалуй, ты прав. Не забывай, для всех между нами ничего нет. И мы скажем, что все это ложь. Оставляю вас наедине. Сильвия, где ты была? Я извелась. Что случилось? Я была у Джакома, чтобы увидеть Алекса. Зачем, кузина? Не знаю. Не знаю, Надя, я не хотела их видеть. Не знаю, зачем. А они были вместе? Да. Да, я была готова их убить, прежде всего, Лауриту. Неужели ты задала ей взбучку, Сильвия? Почти.
Кузина, так ты ничего не добьешься, успокойся. Сама знаю. Но видела бы ты их, Надя, видела бы ты их. Видела бы ты эту циничную Лауриту. Понимаю. Поверь, я понимаю тебя, как никто. Хочешь, поеду завтра за тебя на работу? А ты останешься здесь. Отдыхай. Нет, Нати, мне надо работать. Надо отвлечься, к тому же... Там Орландо и Глория, так что ни к чему. Не беспокойся. Это меня уже не волнует. Серьезно? Да, вполне. Я убедилась, что... Меня Орландо любит больше, чем ее. Нати, неужели ты с ним помиришься? Нет, ни в коем случае. Довольно с меня и того, что я все-таки победила. А Глория осталась с носом. Кузина, успокойся. Если все поделим, как мы будем слушать музыку? Лучше продать и поделить деньги. Нет, пусть все забирает Мими. Она победила Титуса, а я просто был с ней. Держи. Спасибо, но выиграли мы вместе? Нет, забирай, серьезно. У меня уже есть. Ладно, мне пора. Возьмешь меня? Ладно. Отлично. Пока, Мими. Черт возьми. Чуть губу не откусила. А ты и рад. Конечно. Потом поговорим. Пока. Не ревнуешь? Чуть-чуть. По-моему, у них ничего нет. Да. Тони может и нахал, но он не бабник. А вот мой брат... Кстати, о твоем брате. Ты его не видела? Нет, вот увижу и все ему выскажу. Отменное вино, Лоренцо. Твое здоровье. Твое здоровье. Мы не заметили, как выпили три бутылки. Да, точно. Сидим, разговариваем, а время идет. Больше пить не будем, а то у меня уже шумит в голове. Хорошо, сидим. И не думай. Да, но завтра у меня дела. Если еще выпью, с утра будет плохо. От похмелья у меня есть безотказное средство. Сабелла. Так что позволь мне открыть четвертую бутылку. Сабелла, правда, лучше... Нет, не открывай, Сабелла. Будет только хуже. Только хуже. А это то кольцо, которое я тебе подарил? Да. На нашу первую годовщину. Точно. Вот не думала, что ты вспомнишь. Знала бы ты, на что я пошел, чтобы получить это кольцо... Разыскивать ювелира по всей стране, чтобы он сделал его по мерке и с выбранным мною рисунком. Ты не представляешь себе. Да? Да. А почему ты никогда мне про это не говорил? Ну, не знаю, мне казалось, что это неуместно. Хорошее было время, да? Да, очень. Не знаю, прошло столько времени, а иной раз мне кажется, что это было вчера. Да, верно. Наконец-то я вернула себе свое. Отлично, доченька. Ты выиграла радио. Да, мама. Ну, а сколько это будет в деньгах? Неважно.
Как это не важно, я твоя мать и должна блюсти твои интересы. Не беспокойся, мама, спасибо. Как это не беспокойся, если ты в делах не бум-бум? Цава отца, единственный практичный человек в семье, это я. Я считаю, дочка, что ты должна, да, ты должна брать деньги за вход на этот рэп. Мама, у нас все хорошо, не беспокойся. Привет. Сынок, милый, ненаглядный, как ты? Ночью надо спать. Я немного припозднился, мама. У тебя нет для меня хороших вестей? Нет, нет. А что? Не притворяйся, Алекс, мы все уже знаем, как ты поступил с Сильвией. А тебе-то что? Я его поддерживаю. Но, мама, он связался с замужней женщиной и изменил Сильви. Мими, моя жизнь тебя не касается. Молодец. Заткни рот этой соплячки. Сильвия, твоему брату не пара. Сильвия слишком простая, ясно? Твоему брату нужна женщина особенная, утонченная, обеспеченная. Которая содержала бы тебя, да? Какие же вы корыстные, одни деньги на уме. Я случаем неприемная? Я требую уважения. Его надо заслужить. Я пойду. Все, все, капут, капут, капут. Ненаглядный мой. Когда ты переведешь свою невесту, Луриту? Мама, она мне не невеста. Мими же сказала, она замужем. Да это не важно, разводится так быстро. Уладить это ничего не стоит. Ну, посмотрим, мама, там видно будет. Милый, мы заранее приготовимся к свадьбе. Я позабочусь о гардеробе, закажу себе роскошное платье и такое сомбреро. Мама, это мы потом обсудим. И много-много цветов, только предупреди заранее. Я приготовлю такой ужин. Да, мама. Дон Лоренцо? Тихо, разбудишь. Он еще может поспать. А это оставь здесь. И, пожалуйста, принеси мою сумочку. Да, сеньорита. Неужели мне предстоит сталкиваться с ней постоянно? Дело в Лаурите. Или это тихоня сама навязывается тебе? А вот ваша сумочка, сеньорита. Хорошо, а это возьми и выброси в мусор. Итак, по мешку надо бить сильно. Не так, как ты. А вот так. Простите, я сегодня не совсем здорова. Мы можем перенести тренировку на завтра? Да? Спасибо. До свидания. Я понимаю, что не могу рассчитывать на прощение и не заслуживаю его. Но я люблю тебя. Нарисуешь мне что-нибудь? Ну, там видно будет. Конан, ты бесподобен. Сильви, а где твои ученицы? Пришлось прервать тренировку. Я была взвинчена и стала бить по мешку, как будто он Алекс. Представляю, как они перепугались, просто до смерти. Кузина, сделай тебе массаж. Нет, Конан, знаешь, мне надо принять душ. Похоже, она очень страдает. Да, конечно, но она
сильная, справится. А ты? Сестренка, ты уже забыла Орландо? Да, думаю, да. Знаешь, я... Говори, что? Джакомо про меня тебе не говорил? Ну, говорил, что ты ему очень нравишься. Это я знаю, а что-нибудь еще? Только не говори, что ты влюбилась в Джакомо, сестренка. А ты не допытывайся, братец, не сплетничай. Ну, что он тебе говорил? Доброе утро. Доброе утро, Соня. Как ты? Исабелла. Помнишь, что было вчера? У тебя голова трещит. Да. А ты забыла дать мне лекарство от похмелья, верно? Да, я тоже набралась, даже и не вспомнила. А который час? Еще рано. На какой-то миг я подумал, что... что был с Лаурой. Что тебе сказать? Это естественно. Столько лет в браке. Понятное дело. Так ты помнишь, что было вчера? Да. Мы были вместе, так? Да. Как в старые времена, верно? Исабелла, по-моему, зря мы это... Лоренцо, послушай. Я знаю, что ты думаешь, и поверь, я того же мнения. Сейчас не время начинать роман, ни что-либо в этом роде. Ведь и тебе, и мне сейчас очень непросто. Поверь, я это понимаю. Вчерашнее для меня всего лишь воспоминание. Просто память о прошлом, не более того. Понимаешь? Это было лучше, чем прежде. Да? Ты так согласен со мной? Ты просто поразительная женщина. Конечно. Дорогой этой поразительной женщине, пора на работу. Так что я пошла. Нет, если хочешь, подожди 15 минут на душу, поедем вместе. Не хочу оставаться один. Хорошо? Подождешь? Да. Да, я подожду внизу. Как спалось? Я почти не сомкнула глаз. Не знаю, все думала о том, что случилось. И обо всем, что потеряла. Все образуется, вот увидишь. Да это Бог. Последнее время Алекс очень напряжен и очень холоден со мной. Ничего удивительного, он тоже потерял Сильвию. Невелика потеря, тоже мне, Джакомо. Но какие планы на сегодня? Все как всегда. Поеду в бутик на работу. У тебя что, плохая память? Не помнишь, что ты говорила вечером? И что с того, все равно поеду. По-моему, зря ты это. Туда может поехать Лоренцо насчет увеличения капитала. А ты что, думаешь, я боюсь Лоренцо? Держись от него подальше. Пока не придешь в норму, знаешь... Лоренцо изменился и в худшую сторону. Нет, Джакомо, это невозможно. Ну, негодяем он не стал, но он такой мрачный, безжалостный. Тебя Лоренцо сможет обмануть, а меня нет. Лоренцо так и останется добрым до самой смерти. Нет, не думаю. Он так угнетен, вряд ли он скоро придет в себя. Брось, Джакомо. Привет. А ты? Так и будешь есть в таком виде? А что? Как это что?
Смотри точно, переоденься. Рубашка, брюки. Умойся, давай. Что это она? Хочет меня усыновить? Она права, сынок. Приведи себя в порядок, а потом за стол. Я так и знал, что это плохо кончится. Что он хотел этим сказать? Ничего, не обращай внимания. Алло, доброе утро. Алло, Антония, это я, Лаврита. Сеньора, сеньор Лоренцо запретил мне с вами говорить. Ради бога, Антония, не глупи. Он это серьезно. Когда ты видела, чтобы Лоренцо дулся на меня больше часа? Это пройдет, не беспокойся. А теперь послушай. Собери два чемодана с моей одеждой. Держи их наготове, я скоро за ними заеду. И вот еще что. Приготовь мне мою шкатулку с драгоценностями. Сеньора, приготовь. Сеньор, я же сказала, сеньор Лоренцо. А еще мне нужны туфли, те самые, последние. Лаурита, Лаурита, ты так и не поняла, что Лоренцо запретил тебе забирать вещи из этого дома? Исабелла? Что ты делаешь в моем доме? Что я здесь делаю? А что, по-твоему, я могу здесь делать? Возвращаю себе то, что ты у меня украла, дура. Исабелла, немедленно убирайся из моего дома. Из твоего? Прости, дорогая, это дом Лоренцо, и очень скоро он станет моим, как только я выйду за него замуж. Ясно? Да, ясно, только через мой труп. Только через мой труп, Исабелла. Как тебе будет угодно. Да, ты видишь меня беззащитной, но я очень скоро воскресну, как это сделала ты. На это могут уйти годы, так многие годы, а ты уже не молодая. Так что будь добра, привыкай к мысли, что ты проиграла. Меньше будешь страдать, поняла? Послушай, алло! Исабелла, алло! Что такое? Я позвонила домой, а подошла Исабелла. Но как же так? Да, это значит, что ночь она провела там. Не станешь же ты утверждать, что она нанесла Лоренцо такой ранний визит. Говорил же я тебе вечером. Исабелла воспользуется тем, что Лоренцо сейчас уязвим, и залезет к нему в постель. Прием старый, но безотказный. А Лоренцо плохо, да? Первую же свободную ночь у него в постели Исабелла. Как же ему плохо? Не обвиняй его, он прав. Я поступил бы так же. Ну, почти так же. А вот как? На чьей-то стороне, Джакомо? На твоей, но при этом я объективен. Тетя, предок, убавьте звук, я спать хочу. У нас личный разговор. Вот и не выносите его на публику. Что за... А ты подойди к этому с другой стороны. Раз Изабелла переспала с Лоренцо, ты можешь предстать жертвой заговора против тебя. Точно. Ты гений, Джакомо. Конечно. Так я останусь верной, а Лоренцо и Изабелла, его любовница, плетут заговор против меня. Точно. Ну как? Просто отлично. Антония, я не скажу Лоренцо, что ты разговаривала с Лауритой по телефону. Но имей в виду, чтобы это было в последний раз. Распоряжение Лоренцо надо выполнять неукоснительно. Ты меня поняла? Да, сеньорита. Исабелла. А ты так рано, так быстро? Не забывай, сегодня у нас первая отправка в Европу. Я хочу быть там. Сеньор. Да, Антония? Сегодня не побежите бегом? Нет, Антония, голова немного побаливает. Свари мне, пожалуйста, кофе. Покрепче. Да, сеньор. Спасибо. А ты с кем-то спорила перед моим приходом? Нет. Нет? Нет, просто решила подружиться с Антонией, и все. Да, ты тоже хочешь выпить кофе? Хорошо, я с тобой. Дон Эрку, знаете, у меня продажи возросли вдвое. После реванша Титана с Сильви дела пошли на лад. Наше потомство растет. Здравствуйте, я пришла заниматься. Ладно, пойду, мне надо в скобяную лавку. Нет, останься, Хуанито. Передай сеньоре, что ее членство в моем спортзале аннулировано, и пусть, пожалуйста, уходит. Почему это аннулировано? Доня спрашивает, почему аннулировано.
аннулировано по распоряжению хозяина зала. А это я. Ваше членство аннулировано по распоряжению хозяина зала. А это он. Скажи хозяину зала, что хозяйка заведения говорит, что будет мстить. Сеньора говорит, что будет мстить, рвать и метать. Этого я не говорила. Я добавил от себя. Скажи сеньоре, что ее месть для меня пустой звук. Дон Эрку говорит, что ему плевать, что он вас не боится. А если хотите драться, он ждет вас на этом ринге. Вот так. Этого я тебе не говорил, Хуанито. По-моему, это самое лучшее. Это я и предложу для нашей новой эксклюзивной линии. Думаешь, понравится? Конечно, это великолепно. Твое имя пока звучать не будет, но это первый серьезный шаг. Спасибо. А почему такой невеселый? Потому что пока без твоего имени... Нет, нет, это ни при чем, не в этом дело. Джакомо, можно задать тебе отчасти личный вопрос? Да, конечно, давай, говори. Моей сестре. Знаешь, она тебя очень уважает. Да, и я ее тоже. А это просто дружба или что-то еще? Знаешь, Конан, по-моему, это тебя не касается. Конечно, конечно, Джакомо. Дело в том, что Нати так страдала от измены Орландо, и я не хочу, чтобы она снова разочаровалась. Это означает, что она ко мне неравнодушна. Она ничего не говорила, но я ее знаю. Думаю, да. Конан, я закоренелый холостяк, я с ней не играю. Если эта дружба перерастет в нечто другое, все будет честно, без измен. И вот еще что, Джакомо. Раз ты знал, что Лаурита и Алекс – любовники, почему ничего не сказал? Не хотел осложнений. К тому же я был на стороне Лауриты. Ладно? Хорошо, что я узнал, на чьей ты стороне. Любовь, любовь. Привет, Глория. Доброе утро. Мисс Абелла, да ты сияешь. Вчера была подавлена, а сегодня сияешь, как солнце. Моя жизнь повернулась на 180 градусов, дорогая. Ну, не надо было говорить, это очень личное, но я не могу удержаться. Расскажи, что случилось? Догадайся, с кем я провела ночь? Неужели с Лоренцо? Представляешь, как я себя чувствую? Глория, ты представляешь? Еще ты на седьмом небе. Точно. Поздравляю. Спасибо. Но, Исабелла, тебе не кажется, что еще рано начинать роман? Да, знаю, прекрасно знаю, что еще не время. Я даже поговорила с ним, и мы остались друзьями. Забудь, мы решили, что это было просто наваждение, и все. Да, но ты сделала первый серьезный шаг. Точно, первый шаг к тому, чтобы вернуть его. А знаешь, я почувствовала, что он меня еще любит. Понимаешь? Что он все еще любит меня. Я так счастлива. Привет, любимый. Привет. Алекс. Ночью я не могла уснуть. И я тоже. Я тоже не спал. Хочешь, поедем в дом на побережье? Нет, нет, нет. Не могу, Лаурита. У меня дела. Какие дела? Надо найти работу, деньги. Или ты мне что-то дашь? Нет, сам знаешь, что у меня. Разумеется, нет. Буду надеяться, что Лоренцо смягчится. Долго это продолжаться не может. Не зря же я жертвовала собой все эти годы. Ладно. Это пройдет. В чем дело, сержант? Вам придется поехать со мной в отделение. Зачем? Что мы такого сделали? Это машина в розыске. С
solo por ti. Amor de mi alma, la luna que exista. Pero oficial, como no, сержант, как это в розыске? Это машина с предприятия моего мужа. Алекс, дай, пожалуйста, права. Где они? Здесь? Да, где документы? Вот это? Да, вот, смотрите. Текстилес Паракас? Да, это предприятие моего мужа. Именно они и заявили машину в розыск. Вам обоим придется пройти со мной. Нет, это какое-то недоразумение. Это из комендатуры порта. Спасибо, Сильвия. Я пойду. Пожалуйста. Сильвия, подожди, пожалуйста. Я хотел спросить. Как ты себя чувствуешь? Я уже говорила, хорошо. А если честно? Плохо. Ночью не спала. Меня душила боль. Да, понимаю. У меня то же самое. И кроме того, я, кажется, сглупил. Что такое? Да так, стал пить, знаешь, чтобы не думать, забыться. Да. Ну и проснулся с дикой головной болью. Это можно понять, лишь бы не стало привычкой. Нет, никогда, никогда. По-моему, я тоже сглупила. Как это? Пошла к Алексу и застала их обоих вместе. А где они были? В квартире Джакомо. Лаурита там остановилась. У Джакомо? Вот не знал, что они там. Клянусь, я была готова растерзать их. Да, а Алексу я залепила пощечину. Ну, он это заслужил. И Лаурите тоже надо было залепить от меня. Давай сменим тему. Я поеду в порт отправлять товар. Может, поедешь с нами? А Исабелла едет? Да, едут Исабелла, Глория и Орландо. Нет, по-моему, ни к чему. Так, я отвечу, хорошо? Да. Алло? Да, сержант, слушаю. Хорошо. Машину уже нашли? Да. Нет, ничего, это не важно. Сеньору оставьте в покое, она мне не нужна. Нет, правда. Мне нужна машина, а сеньору не держите. Отпустите ее, да. Да. Отпустите. Да. Да, спасибо. Спасибо. Машину только что забрали у Лауры. Как это можно? Лоренцо забывается. Как он может забрать у меня машину? Но машина записана на предприятие, так? Мне плевать, эта машина всегда была у меня. А на твое имя ничего? Все на Лоренцо и его предприятие. Что это такое? Ну, конечно. Теперь я во всем виновата. Виновата я, так? Лаурита, потише. На тебя обращают внимание. Успокойся. А мне не важно, Алекс. Милый, пожалуйста, увези меня подальше отсюда. Это какой-то бесконечный кошмар. Сделай что-нибудь, вызови такси, шевелись. Спокойно. Слышишь? Это уже слишком. Клянусь, как это можно? Давай поговорим в другом месте. Да что тут говорить? Что говорить? Все уже сказано. Или ты не понимаешь, Сильвия? Не понимаешь то, что очевидно? Как тебе верить? Ты хотел, чтобы я влюбилась в Лоренцо? А ты бы остался с Лауритой? Нет, ради бога, не говори так. Я не хотел этого, я хотел совсем другого, пойми. Хоть и не говорил тебе, понимаешь? Я хотел лишь одного. Чтобы мы поженились, завели детей. Прости. Ты что такая мрачная? Смотри, всех мне тут распугаешь. Мне надо на 7-й этаж. Одну секунду. Я задала тебе вопрос. Что ты такая мрачная? Личные проблемы. Понимаю, ясно. Алекс, да? Твой любимый.
Вот ведь как устроен мир. Ты ему помогаешь, чтобы он стал лучшей моделью, сделал блестящую карьеру. И вот его благодарность. Снюхался с Лу Ритой прямо у тебя под носом. Выставил тебя полной дурой. Фильм озвучен компанией Zone Vision. Vencimos el pasado y cuántas cosas compartimos, dejamos nuestra suerte al porvenir. Siempre nos dijimos, si hay vida hay que vivir, conmigo volarás, donde el viento soplará. Nada te reemplazará.